Итак, ребят, всем привет. Мы сейчас в нашем центре города, самом центре города. Мама пошла платить за газ, там еще за что-то. Он все маникюром. Ну, я сижу в старой машине, так как новая уехала в Москву с папой на работу. Вот. Ну и что? Хочу вам сказать то, что у меня сейчас такой небольшой страх. А страх дело в том, что на этой машине нет ручника. Он есть, но он не работает. То есть, если машину поставишь на ручник, то он не сработает. То есть, потом ручник будет невозможно убрать. Вот. Ну, чтобы вы понимали, я сейчас сижу в той машине, которая не стоит на ручнике, но может в любой момент, в любой толчок просто поехать назад. Сзади меня, чтобы вы понимали, идет дорога, где ездят машины. Кстати, не помню, показывал я вам или нет, я купила себе вот такой вот портфель. Очень маленький, очень компактный, прям вообще. Вот. Я вот сейчас просто сижу со студенечиком. Вот такой дюшес. Карамелька. Вот. И у меня просто такой страх. Я вот не шевелюсь, можно вообще практически сказать. Если сейчас шевельнусь, то не дай бог, он поедет. Это вот мой страх. Я ни разу не оставалась в этой машине одна. Вот. Сейчас я осталась первый раз. Именно в этой машине. Я не знаю. Поэтому у кого тоже такой был страх, и сейчас он есть, поставьте лайк под этим видео. Я вообще хотела пойти с мамой. Потом думаю, смысл? Я могу вам заснять разговорное видео. Сегодня, кстати, я сегодня выучила, пришла со школы, сразу же выучила уроки. Пришла я в 11:56, я уже была дома. За 20 минут я дошла. Вот. Сегодня вечером, что хотел сказать, сегодня вечером, возможно, будет мукбанг. Вот. Не знаю, успею я сейчас или нет, потому что сейчас мама должна уже прийти. Вот. Ну, что хочу вам сказать. Сегодня делала уборку улиток, поскольку сделала домашнее задание. Вот. И... сделала уборку улиток. Ну, не у больших улиток, а у маленьких. Если смогу, то вечером засниму, как я делаю уборку у больших улиток. Вот. А вон идет мама, поэтому всем пока.